Мы решили поддержать инициативу губернатора Тамбовской области Александра Валерьевича Никитина о проведении областного субботника на территории области, в том числе на территории города, 29 апреля. Мы в течение нескольких недель приступили к уборке города, мобилизовали все коммунальные силы. Жители также приняли активное участие, а именно в уборке кладбищ, в уборке придомовых территорий, в уборке центральных улиц. Однако количество привлеченных сил и мобилизованных сил недостаточно. Поэтому я призываю всех граждан, всех жителей города Уварово выйти 29 апреля и убрать те территории, которые нами намечены. Давайте все вместе сделаем наш город чище, комфортнее и уютнее.